Расплатиться за такси в Италии теперь можно биткоинами. Один из самых крупных операторов Италии, кооператива радиотакси 3570, стал принимать биткоин-платежи в качестве оплаты за свои услуги. Согласно news.bitcoin.com, пользователи смогут оплатить поездку криптовалютой с помощью платформы Chainside, которая доступна в мобильном приложении. Также программа позволяет проследить маршрут и подсчитать стоимость поездки.